That's business. That's business. И все же по части дерьма бизнесмены не могут превзойти священнослужителей. И я должен сказать вам правду, народ, когда речь заходит о дерьме, серьезном, не детском, взрослом дерьме, перед которым все замирают в страхе. Страхе. Чемпион всех времен и народов по ложным обещаниям и громким заявлениям — религия. Вне конкуренции. Вне конкуренции. История. История, которую впаривает религия, попросту говоря, величайшее дерьмо из всех. Вы только вдумайтесь, религия смогла убедить людей, что есть невидимый мужик, который живет на небе и наблюдает за тем, что вы делаете каждый день, каждую минуту, и невидимого мужика есть список из 10 вещей, которые он не хотел бы, чтобы вы когда-либо делали. И если вы сделаете хоть одну из этих 10 вещей, у него есть специальное место, полное огня, дыма, жара, страданий, боли, куда он отправит вас, чтобы вы мучились, горели, задыхались, кричали и плакали навеки вечной до скончания времен. Но он любит вас. Он любит вас. Он любит вас, и ему нужны деньги. Ему всегда нужны деньги. Он всемогущий, всеведущий, он совершенство и мудрость. Он каким-то образом не умеет зарабатывать деньги. На религии зарабатывают миллиарды долларов, не платя при этом налогов. И им все мало. Ну что, вы все еще хотите мне хорошего словца про дерьмо? Срань Господня! Спасибо большое. Но я хочу, чтобы вы знали кое-что. И это чистая правда. Если говорить о вере в Бога, я пытался. Я правда пытался. Я пытался верить в то, что Бог есть, что Он создал нас по своему образу и подобию, что Он очень нас любит и хорошенько следит за тем, что творится. Я правда пытался в это поверить, но должен вам признаться, чем дольше ты живешь, тем больше смотришь на то, что происходит вокруг, тем больше ты понимаешь, что что-то наебнулось. Что-то здесь, блядь, не так. Война, болезни, смерть, разрушение, голод, разврат, нищета, пытки, преступность, коррупция и шоу на льду. Что-то совершенно точно не так. Так никуда не годится. Если это лучшее, на что Бог способен, то я не впечатлен. Подобные результаты не подходят для резюме совершенного существа. Все это дерьмо можно было бы ожидать от временного офисного сотрудника с плохим отношением к своим обязанностям. И между нами говоря, в любой нормальной вселенной этот парень вылетел бы с нагретого своей всемогущей задницей места уже давным-давно. И, кстати, я сказал «этот парень», потому что я твердо уверен, глядя на все эти результаты, что если Бог есть, то это мужчина. Ни одна женщина никогда не смогла бы натворить столько хуйни. Итак, если Бог есть, я думаю, самые рассудительные люди согласятся с тем, что он как минимум некомпетентен. И может быть, ему просто насрать. Насрать! Качество, которое я очень уважаю в людях, и которое объяснило бы такое количество неудовлетворительных результатов. Так что, не желая больше быть еще одним бездумным роботом, слепо веря, что все вокруг дело рук какого-то жуткого, некомпетентного отца-создателя, которому, как мы предположили, все насрать, я решил хорошенько осмотреться и найти себе другой объект почитания. Что-то, на что я мог бы положиться. И в тот же момент я подумал о солнце. Все так и было. В ту же ночь я стал почитателем солнца. Ну, не совсем в ту же ночь, ночью солнца не видно. Первым же делом, в то утро, я стал почитателем солнца. На то у меня было несколько причин. Прежде всего, я вижу солнце, окей? В отличие от всяких там богов, я действительно вижу солнце. Мне это очень помогает. Когда я вижу что-то, не знаю, как-то правдоподобнее получается, правда? Итак, я могу видеть солнце каждый день, и оно дает мне все, что мне нужно. Тепло, жизнь, пищу, цветы в парке, отражение в озере. Иногда рак кожи. Ну, слушайте,
По крайней мере, нет никаких распятий, и мы не сжигаем людей заживо, только потому, что они с нами не согласны. Почитать солнце очень просто. Нет никаких тайн, чудес, пафоса. Для этого не нужно ничего платить, не нужно разучивать никаких песен, и не нужно собираться в специальном месте раз в неделю в одинаковой одежде. Но больше всего мне в солнце нравится то, что оно никогда не говорит мне, что я недостойный. Оно не говорит мне, что я грешник, которого нужно спасти. Ни разу не сказал мне неплохого слова. Оно хорошо со мной обращается. Итак, я почитаю солнце, но я не молюсь солнцу. Знаете почему? Не хочу злоупотреблять нашей дружбой. Это невежливо. Мне всегда казалось, что люди общаются с Богом достаточно грубо, а вам просят о помощи, триллионы и триллионы молитв каждый день. Все просят, умоляют о чем-то, сделай это, дай мне то, я хочу машину, хочу работу. Большинство всех этих молитв происходит по воскресеньям. День потерян. Это не дело. И с друзьями так не обращаются. Но люди молятся, и каждый просит что-то свое. Ну, знаете, вашей сестре необходима операция на промежности. Вашего брата арестовали за то, что он обосрался в супермаркете. Но чаще всего вам просто очень хочется трахнуть вон ту горячую рыжую штучку возле исповедальни. Ну, знаете, вон ту косолапую с повязкой на глазу. И вы все еще молитесь об этом? Я думаю, вам стоило бы. Я говорю, ладно, молитесь о своем, о чем вы захотите. Молите о чем угодно, но... Как же Божий замысел? Не забыли? Божий замысел. Давным-давно у Бога был замысел. Он хорошенько подумал, решил, что замысел неплох, начал его осуществлять, и вот на протяжении миллиардов лет все шло в соответствии с этим замыслом. И тут появляетесь вы и начинаете молить о чем-то. Предположим, что-то, чего вы просите, нет в Божьем замысле. Что же вы хотите, чтобы он сделал? Поменял его? Только ради вас? Разве это не самонадеянно? Это же Божий замысел. Какой смысл быть Богом, если любой недоумок с молитвенником за пару баксов сможет наебнуть весь ваш замысел? Или вот еще, другая проблема, с которой вы можете столкнуться. Предположим, что ваша молитва осталась без ответа. Что вы тогда говорите? Ну, на все воля Божья, пути Господни неповедимы. Хорошо, но если на все воля Божья, и он все равно делает то, что хочет, то каким хуем тогда вообще молиться? Как по мне, так это большая трата времени. Почему нельзя пропустить всю эту молитвенную часть и перейти сразу к его воле? Все это очень сложно. Так что, столкнувшись с этим, я решил почитать солнце. Но, как я уже сказал, я ему не молюсь. Знаете, кому я молюсь? Джо Пеши. Джо Пеши. Джо Пеши. На то две причины. Первая, я считаю, что он хороший актер, окей? Для меня это катит. Вторая, он похож на человека, который слов на ветер не бросает. Джо Пеши не пинает хуи. Не, хуи не пинает. Реально. Реально, Джо Пеши смог сделать пару вещей, которые Богу оказались не под силу. Годами я просил Бога сделать что-нибудь с моим шумным соседом и его лающей собакой. Джо Пеши успокоил этого хуесоса с первого же раза. Поразительно, чего можно добиться, имея при себе обычную бейсбольную биту. Итак, я молюсь Джо уже где-то год. И кое-что я заметил. Я заметил, что у всех молитв, которые я раньше адресовал Богу, и те, что адресованы теперь Джо Пеши, исполняются одной и той же вероятностью. 50%. В половине случаев я получаю то, что хочу, в половине нет. То же, что и с Богом. 50 на 50. То же и с четырехлистным клевером, и подковой, колодцем желаний, крольчьей лапкой. То же, что и с колдовскими талисманами. То же, что и с ведьмой Вуду, которая предсказывает судьбу, сжимая в руке божьи яйца. Везде одно и то же. 50 на 50. Так что возьмите все свои суеверия, откиньтесь, загадайте желания и наслаждайтесь. А для тех, кто из вас искал в Библии каких-то житейских мудростей и литературных изысков, я хочу предложить пару других историй. Вам стоит взглянуть на три поросенка. Неплохая вещь. С классическим хэппи-эндом, я уверен, вам понравится. Также «Красная шапочка», хоть она и идет с рейтингом X из-за сцены, в которой большой серый волк съедает бабушку, на которую мне всегда было насрать, кстати говоря. Ну и, наконец, я всегда испытывал глубокое душевное удовлетворение от «Шалтая-болтая». Вот отрывок, который мне нравится больше всего. «И вся королевская конница, и вся королевская рать не может обратно «Шалтая-болтая» собрать. Все потому, что нет никакого «Шалтая-болтая», и нет никакого Бога. Нет никакого Бога, и никогда не было. И вообще, я поступлю следующим образом. Если Бог есть, пусть Он поразит этот зрительный зал насмерть. Видите, ничего не произошло, все в порядке. Ну, знаете что? Я...
я малость подниму ставки. Я подниму ставки. Если Бог есть, пусть Он поразит меня насмерть. Видите, ничего не произошло. Хотя, подождите, ногу судорога свело, и яйца болят. Плюс я ослеп. О, снова в порядке, должно быть Джо Пеши. Благослови Господь Джо Пеши. Спасибо вам большое, благослови Джо. Спасибо вам огромное. Я ценю это.